Севастопольский завод напитков – предприятие полного цикла. Современное голландское оборудование позволяет самим изготавливать пластиковые бутылки разного объема, затем наполнять их произведенным здесь же напитком, закрывать, клеить этикетки и упаковывать. На всех стадиях производственного процесса особенно следят за качеством продукции. На нашем предприятии работает лаборатория и микробиологическое отделение. Программа производственного контроля построена таким образом, что микроорганизмы, отсутствие микроорганизмов мы выявляем как в оборудовании, так и в готовом напитке. То есть мы можем быть 100% уверены, что никаких микроорганизмов в нашей продукции нет. Также у нас есть химическое отделение, которое определяет органолептические и химические свойства нашего продукта. Воду для прохладительных напитков берут из собственной скважины глубиной 160 метров. Затем она проходит 7 степеней очистки и в конце обрабатывается ультрафиолетом. На нашем предприятии успешно внедрена система ХАС и система ISO 22000. Это система безопасности пищевых продуктов, которая признана во всем мире. Она основана на том, что каждое предприятие для того, чтобы производить безопасный продукт, обязано вести входной контроль всей продукции своей на наличие опасных производственных факторов. И также на стадии производства, чтобы никакие опасные физические, химические, либо микробиологические факторы не попали в готовый напиток. В этом году Севастопольский завод напитков отработал первый сезон после трехлетнего перерыва. Выпустили 1 840 000 литров столовой воды и прохладительных напитков – ситро, лимонада и живчика. На следующий год мы разрабатываем новую линейку напитков. Это тоже будет все высококачественное сырье, натуральные высококачественные ароматизаторы. И также мы разрабатываем такие напитки, которые будут полезны для потребителя. Прежде всего, наш упор делается на то, чтобы наши напитки были полезными. Никаких синтетических соединений в них не будет. Нынешнее руководство предприятия надеется, что традиции Севастопольского завода безалкогольных напитков, которые насчитывают уже более 100 лет, будут сохранены. Завод продолжит работу, и севастопольцы смогут покупать столовую воду и напитки, изготовленные в нашем городе. Надежда Староверова, Дмитрий Фомин, Севинформбюро.